Сотрудники Главного управления на транспорте МВД России пресекли деятельность крупного нелегального производства сигарет. В рамках расследования установлены места производства и хранения в Москве и Московской области, а также схема сбыта контрафактной табачной продукции, которая перевозилась железнодорожным и автомобильным транспортом более чем в 40 регионов Российской Федерации. В ходе мероприятий транспортными полицейскими на складах и местах производства было изъято почти 5000 коробок готовой продукции, более 10 тонн табачного сырья и табачных материалов, а также было изъято 500 тысяч поддельных акцизных марок, чем предотвращено нанесение бюджету Российской Федерации ущерба более чем в 100 миллионов рублей. Установлено также, что поддельные акцизные марки злоумышленники наклеивали в хорошо замаскированном подземном цеху в столице. Автомобили для погрузки и выгрузки продукции опускались в него на специальном подъемнике. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок».